Да, основная цель сегодняшнего мероприятия — мы хотели бы показать цели наши, указанные на наших плакатах. Являем на обозрение всем приезжающим, всем, которые присутствуют рядом с аэропортом, всем тем, которые пользуются аэропортом. Основная цель — это первое — привлечь внимание, в том числе и это огромные цены, просто огромные цены при перелете на компании, принадлежащей Сарае. Это первое. Второе — это именно то оборудование, то есть те самолеты, которые они пользуются. То есть это улучшение качества безопасности при перелете. Потому что, в общем-то, в целом тенденция как бы идет к изменению, но идет настолько маленькими шагами. Мы же понимаем, что здесь в первую очередь мы должны заботиться о людях. Вот. Поэтому мы привлекаем внимание сегодня, партия «Родина» привлекает внимание своим мероприятиям именно для того, чтобы Сарае позаботилась о людях, о их безопасности.